Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру по названием Кулон. Итак, в прошлой серии я вот здесь вот, возле двери, вот той вот, нашел два колышка. Мне нужно походу найти 3 или 5 колышков, чтобы воткнуть их обратно в дерево и восстановить какой-то баланс. Баланс элементов. Ну, это что-то вроде типа, как огонь, вода, воздух, типа растения и железо. Только это вроде как в Китае что-то такое есть. Ну, у японцев, и у Японии, наверное, и у Кореи то же самое же. Блин. Точно, а куда мне... Ой, блин. Я не знаю, куда мне идти. Похоже, нужно возвращаться обратно, потому что у нас дверь там заблокирована. Здесь нам тоже идти некуда. Я нашел 2 колышка. Может быть, их нужно воткнуть в дерево? Слушайте, реально, может быть, нужно 2 воткнуть? Ладно, пошли. Так, что, возвращаемся обратно или подождите? Эти монстры отсюда вылезут или как? Не, они вылезут, походу. Так, ну что ж, ладно, тогда идем обратно. 2 колышка нашли. Посмотрим. Может быть, их можно в дерево вставить. Тогда что-то произойдет. А может быть, еще рано вставлять. О, смотрите, песня поется. Значит, близнецы где-то здесь будут. О, Сакуя. Что с ней-то случилось? Демоны! To the golden sword of the heavens, I pledge my mortal protection. Почему она говорит на английском языке, и непонятно, что она говорит. Beware, or taste the wrath of God, and be torn asunder. Походу, это просто заклинание было, поэтому они решили его не переводить. И субтитров нет. Так ты один из учеников. Так ты одна из учеников демонов? Где он? Мастер. Этот человек приносил нас в жертву, чтобы совершать свою магию. Хм, другого я и не ожидала. Уцуки стала жертвой злой магии. Она должна быть где-то в пещере. Пожалуйста, помоги ей. Right. Ладно, я понимаю, я сделаю все возможное. I will do my best. Я не думаю, что 2 копий будет достаточно. Лаборатория. Нифига себе, я сразу в лабораторию телепортнулся. Так, я предполагал, что мне придется сражаться с Доманом, но походу с Доманом будет сражаться Сеймей. Походу, потому что они 2 самых лучших мага, и у них, так сказать, противостояние будет. Типа, выяснить, кто же лучший маг. Так, почему
поет, я слышу песню близнецов. Хотя один близнец уже погиб, а вот второго мы просто замедлили. Блин, нету карты. Так, но та лаборатория, из которой я сейчас вышел, она больше всего похожа на арену для битвы с боссом. Так, это я все припоминаю. У нас тут два пути где-то должно быть. Или один все же будет. Блин, не ясно. О! Там собака лежала. Кто-то стоял. Это у Цуки? Да. О, это же заклинание. Отойди. Это была такая хорошая карта. Кто-то дал тебе... Дал ее. Я хранил ее очень долгое время. Это же моя последняя карта. Ах, ты, наверное, от Цуки. Я понимаю, что ты была одержима злобным волшебным домоном. Волшебством Домана. Теперь пение уже не такое громкое, мне уже спокойнее. И, следуя пожеланию моего отца, я больше не принадлежу этому миру. Я ищу живых людей. Как я голодна. Один только вид плоти и крови сводит меня с ума. Итак, я сожгла тела. Я знаю. Тут твое дерево необходимо запечатать. Если нам улыбнется судьба, мы придем вовремя. Но мы должны достать побольше копий, чтобы удачно выполнить нашу миссию. Я знаю. Я умру здесь. Это твое добровольное решение. Как же твой отец? Он использовал свою собственную дочь в роли жертвы. Если он пошел на такое, он способен и на гораздо более ужасные вещи. Его надо убить. Так. Мне осталось жить совсем немного. Как ни странно, но я чувствую себя спокойной и умиротворенной. Так, с той стороны я пришел. Значит, там. А, сюда. А здесь тупик. Похоже, здесь я должен карту какую-то найти. А вон я вижу. Там что-то сверкает. В центре. Так, вот она. Нет, это заклинание. А где плащевицу мне найти? А, это вообще даже книга Домана том 34. Документ, написанный Доманом о шелковице. А, эту... Так, эти близнецы, откуда появились эти тутовые деревья? Ходят слухи о том, что предки клана Хага нашли их где-то и принесли сюда. Я никогда не видел раньше таких тутовых деревьев. Или, возможно, их семена прилетели сюда из Китая, Кореи или откуда-то еще. Когда-то жил человек по имени Ксуфу, который пришел сюда из Китая в поисках вечной молодости и бессмертия. Во все времена были свои придурки. В любом королевстве они тоже были. Вечная молодость и бессмертие – это ничто иное, как иллюзии. Мы наслаждаемся жизнью, потому что знаем, что умрем. Неужели есть больше удовольствия в этом мире, чем сражаться со смертным противником и оказаться победителем над ним? Я, походу, дневник дома на третью часть не нашел. Thank you.
куда мне идти-то? Это плетеный сундук. Крышка не снимается, наверное, ее запечатали изнутри. Забавно, а куда мне идти? Тут везде тупик. Так, подождите, а если... А! Ну я возвращаюсь обратно. Тут дверь запечатанная. Урана. Печать урана. А так, здесь нам нечего искать. А здесь я возвращаюсь обратно. Так, подождите. А я, походу, здесь еще не был. Так, ну здесь у нас тупик. А, нет, нету тупика. Так, к сожалению, у меня, блин, нету карты этой пещеры. О, наконец-то. Так. Так, эликсир. Скорее всего, мы здесь где-то печать урана найдем. Так, пошли. Потом направо. Посмотрим, что у нас в этом тупике. Может быть, там что-то полезное. Может быть, этот, плащевица урана. Хотя нет, нету тут ничего. К сожалению. Кстати, я хотел кое-что испробовать. Ну ладно. У меня этих заклинаний паука мало. Всего лишь 5 штук. Может быть, оно будет немножечко мощнее. И будет паук побольше, раз их так мало. Обычно мне их очень много отсыпали. Я хочу проверить, можно ли 2 паука призвать или нет. У данного персонажа. Ой, блин. Ну и что? Все, тупик. Везде тупики. Наверное, надо идти в детский сад. Может быть, там сейчас что-то произойдет? Так, как он разорвался, и в нем оказались останки Гаки. Так. Что у меня в инвентаре есть? Так, в другом инвентаре. Так, максимум я здесь походу 2 печати могу найти. Минимум я уже все, что можно было найти, нашел. Сценарий будет маленьким. Не осталось совсем немного.
Так, ну ладно. Так, эту дверь мне не открыть. Надо сходить попробовать в детский сад. Там есть второй путь. Может, я просто его не заметил. А, вот же он. Так, зал снов. Только мы с другой стороны сюда зашли. Так, мы походу в библиотеку идем. Покой сна. Так, ну-ка, посмотрим. Так, здесь ворота открыты. Да, я так и думал, что мы идем в библиотеку. Потому что Сакуя в библиотеке встретилась с Доманом. А, через дверь у нас не получится пройти. Так, сосуды наполненные. Это все то же самое же, мы это все читали. Нет смысла нам это дальше читать. Так, что у нас в подземелье? Юг. Юз. Юг этой, а не юз. Кто неправильно так написал? Или... Не, подождите. Там писали подземелье СВ. Подземелье... Юг это? СВ это север. О! Кстати, а я тут ни разу не был. Я в это помещение странно ни разу не заходил. Давайте посмотрим, что там. Это что-то вроде склада. Так, ну полезных вещей пока что здесь не видно. А, книга Домана, том 3. Вот, я же сказал, я не находил почему-то записки Домана. А, третью часть. Вот она. А, документ написан Доманом, так хорошо. А, шелковая нить, полученная из этих коконов, обладает магической силой, в концентрированной форме, которую можно использовать в различных чарах. Ее можно использовать как печать. Печать из волшебной шелковой нити никто не сможет взломать, даже обладающий сверхъестественной силой. А, другие применения этой шелковой нити – это чары для того, чтобы вызвать существо или духов привратников. А, можно также прикрепить шелковую нить к куклам, отдав простое распоряжение, куклы выполнят его и потом будут действовать по своему усмотрению. Я мог бы также сделать куклу из женской плоти и кожи, заставив ее выполнять мои приказания. Так, стоп, тут у нас что-то есть. Здесь лежат несколько копий. 9 копий. Металлический шип, демон, скрывающий штык. Их получается 11 должно быть. В лаборатории мы встретимся с Доманом, и он мне не будет обратно, чтобы я более мог вставить. Так, а там у нас библиотека, походу, закрыта. Так, тут у нас можно сохраниться. Давайте сохранимся, конечно же. Потом я сражусь с Доманом, одержу над ним победу. И подойду, вставлю колье. И на этом можно считать игру пройденной, мне кажется. Как я и думал, дверь для тех закрыта, меня не пускают. Мне нужно обратно возвращаться. А в лаборатории меня будет поджидать дома. Он по обходному пути туда пришел. Так, ну пауки для сражения с Доманом не подойдут. Ой, блин. Ё-моё. Блин, отстаньте. Отстаньте, дурацкие существа.
Сейчас посмотрим. Так, призываем одного паука. А второго паука не можем призвать. Вот же фигня. Сгорите или как? Вот же блин. Надеюсь, у них ХП не восстанавливается. Что-то мне подсказывает, что Сэмэй, она из Китая. Во-первых, больше всего на китайское имя похож Сэмэй. Почему я не могу этого добить? Че, он погиб? Ну ладно. Будем считать, что он погиб. Сразу как-то освещение поменялось. Так, вот суки куда-то пропала. Может быть, она обратилась? Или... Подождите, а может она погибла? Так, нам, по идее... нам надо в лабораторию, скорее всего. Сразиться с боссом. Не думаю, то, что там паутину кто-то убрал. Да и, собственно, там тупик. О! Битва с боссом, походу, сейчас будет. Интересно, почему Кокон Куан формировался так много времени? Нет ничего странного, это все твоя вина, Сэмэй. Интересно, почему я так давно тебя не видела? Тебя соблазнили злые силы, и тебя поглотило... О чем я волновался так? Интересно, почему Кокон Куан формировался так много времени? Нет ничего странного, это все твоя вина, Сэмэй.
Интересно, почему я так давно тебя не видела? Тебе соблазнили злые силы, и тебя поглотила тьма. О чем я волнуюсь так, это то, о том, что твой кокон будет так одинок. Все, что мне нужно, это твоя плоть и кровь. Но мне все равно, что будет с твоей душой. Ты умрешь здесь. Ты будешь достойной жертвой кокону Куона. Так, Доман. Хорошо, я же сказал. Он, походу, из нас марионетку хочет сделать. Так. Карта заклинания Гоки. Существо, которое ведет себя как живая защита. Карта заклинания Дзенки. Волшебное существо с мощными... Ничего себе. Опа-на. Ой, тихо. Гоки. Защита. Это атака. Гоки Дзон Дзинки. Это два демона, короче, противоположных. Так, сначала призываем защиту. Эй, я не понял, куда он делся. Так, два демона. Подождите, а если я уберу их из заклинаний, из этого, они пропадут? Или как? Ну, в принципе, я все заклинания так-то использовал уже. Ну ладно, давайте, пускай они делают. Ой, ё-моё, быстрее призывай. Так. Почему они пропадают? Ой, блин. Так, кого там... Так, на. Тихо. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Ты меня защищать будешь? Так, ладно, нам придется подлечиться. С помощью обычных средств. Не понял, почему демон, который должен меня защищать, который должен впитывать защиту, танк, так сказать, находится сзади. Демон, который должен атаковать, находится спереди. Разве не наоборот должно все карта исчезла, он кого-то убил. Ну, давайте мощное заклинание огня будем использовать.
вообще происходит, как мне его победить? У него как будто какая-то защита, что ли? Как? А что я должен сделать тогда? Как я думаю, должен победить? Может, нельзя заходить за... Да нет! Защищается. Так, мы его защиту, походу, пробили. Так. Значит, делаем так. И так вот. А, все, мы его победили. Куон. Куон, если бы только получилось. Я бы смог тебя уничтожить. Блин. Вообще нельзя геймпад на стол ложить. Вибрирует. Только не говори, что мне еще с тобой придется сражаться. Ты? А я почти все заклинания потратил. Что случилось со звуком? А, она его съесть собралась, что ли? Ну, в смысле, в этот, наверное, положит. Как его? А, в плетеный ящик, сундук, плетеный сундук, и, походу, обряд с ним проведет. Так, кстати, перерождение 9-е, что ли, ей надо? Какое? Так, подождите, в какую сторону мне надо идти? Направо мне надо идти. А мне нужно 9 колышков вбить в дерево. Остановись! Прошу тебя! Останови Юцуки! Да, она его поглотить собралась. Уцуки. Уцуки. Видимо, уже слишком поздно. It's a
Все кончено. Вырастет новое твое дерево, наше возлюбленное дитя. Замри. Теперь мне это очень не нравится. Но поверь мне, другого выбора у меня нет. Подожди, прошу тебя, остановись. Она никогда не выходила из особняка, ее отец обманул ее, и мы не должны позволять ей умереть. Мы не можем предугадать, что появится из этого сундука. Но... Какая же ты упрямая. Ну ладно, договорились. Держи. Что это? Это для того, чтобы... Увидимся позже. Это для того, чтобы убить дерево, наверное. Увидимся позже. Вообще, вот кто так субтитры, блин, делает? Почему они так быстро пропадают? Она еще не договорила фразу, они уже пропали. Они появились на секунду и пропали. Куон. А, это типа роли уже. Не бойся, ты в безопасности. Пойдем. Вот суки, помолодела. Мне раньше не разрешали выходить на улицу. Это просто великолепно! Я и не подозревала ни о чем подобном. Отныне ты можешь выходить на улицу всегда, когда захочешь. Ты только подумай, ты можешь выбирать, где тебе жить. Как тебе эта мысль? Класс! Ну тогда... Нам надо идти. Самое главное то, что призванный блок достаточно долго времени держится. Хотя, когда я призывал его... Он сразу же... У него было ограниченное время призыва, и он исчез. Одно заклинание волка у меня осталось, призыв волка. Я его так и не использовал, кстати. За Уцуки. Так, ну все, я игру прошел полностью. Получилось, что сценарий Куон вообще очень короткий. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!